Заседание обновленной общественной палаты Хабаровского края прошло сегодня. Ее состав меняется раз в 3 года. На первом заседании члены палаты выбрали нового председателя. С подробностями Антон Петрович. Впервые общественная палата Хабаровского края была сформирована в 2012 году. Нынешний состав уже 5-й. Согласно уставу, общественная палата должна обеспечить взаимодействие между органами власти и населением. Общественная палата за 9 лет стала авторитетной площадкой, на которой обсуждаются и реализуются важные инициативы для активных и неравнодушных граждан. В состав общественной палаты входит 33 человека. 11 выбирают на основе рейтингового голосования жителей региона. Еще 11 представляет краевое правительство и оставшуюся треть – законодательная дума. У наших граждан есть ожидание прозрачности, полноты, достоверности информации о тех событиях, которыми живет наш край, о тех мероприятиях и программах, которые реализуют и координирует государственная власть. Нынешний состав общественной палаты Хабаровского края обновился на 2/3. Все это представители общественных организаций и объединений, которые представляют разные сферы жизни, от экологии до рыбодобычи. Председателем общественной палаты вновь была избрана Галина Кононенко, руководитель краевого объединения профсоюзов. По ее словам, главная задача палаты – это работа с обращениями граждан. Они тоже разнонаправленные и, как правило, обращаются в общественную палату после того, когда уже не находят понимания в других инстанциях. И мы, конечно же, прилагаем усилия для того, чтобы помочь людям. Помимо этого, общественная палата Хабаровского края будет следить за выполнением национальных программ на территории региона и оценивать эффект от реализации новой программы по развитию Дальнего Востока. Антон Петрович, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».